Правильно и эффективно благоустроить городскую среду в Кумертау помогут профессионалы. Консалтинговое бюро «Стрелка» накануне собирало информацию о городском округе. Помогали в этом представители градообразующего предприятия, совета ветеранов, бизнеса и подразделения администрации. Столичных профессионалов интересовали так называемые анкетные данные. На совещании в мэрии им рассказали о том, чем живет город сейчас и какие направления планируется развивать. Мы сегодня стараемся не только в экономике работать, но и в социальную часть нашего города обустраивать. Мы в этом 2014 году построили физкультурно-оздоровительный комплекс юбилейный вот слева. У нас идет строительство ледовой арены, которая ведется в эксплуатацию в июле 2017 года. У нас есть проект стадиона «Шахтер». Программа улучшения среды моногородов, над которой работает консалтинговое бюро, предполагает 5 шагов. Это, в частности, благоустройство центра города, развитие социальных объектов, инфраструктуры, создание молодежных площадок. Реализовать это предлагается местному самоуправлению в тесной связке с горожанами. Бюро, в свою очередь, методически подскажут, как это сделать, даст теоретический инструмент. Будет предоставлен пример из мировых практик, как по проектам, так и описанные схемы их воплощения на начальном уровне, в поиске финансирования, на среднем уровне проектирования и уже на финальном уровне как строительство. То есть это будет полноценный многосторонний инструмент, понятный для администрации по тому, как двигаться вот в рамках этих 5 шагов. Принимать конкретные решения и делать окончательные выводы пока очень рано, отмечают представители бюро. Но предварительный диалог можно считать состоявшимся. Однако до того, как сделать первый из 5 предлагаемых шагов, городскому сообществу и самим консультантам прошагать придется еще немало. Это очень хороший вопрос.